Екатеринбург, столица русского рока. Зачем топтать мою любовь? Буба, скажите мне, пожалуйста, жив ли еще уральский рок? Он жив, потому что пока есть молодые люди, то есть эта культура будет существовать, чтобы там об этом не говорили. Первый памятник ливерпульской четверки установлен именно здесь, в городе Екатеринбург, на берегу реки Исети. Вполне возможно, что когда-нибудь какому-нибудь уральскому горцу удастся переплюнуть ливерпульскую четверку. Рок-н-ролл жив! Тогда я взял гитару и спел свой рок-н-ролл. Рок-н-ролл этой ночи. Этот город строили военные, архитекторы, поэтому он построен как Питер, такие улицы прямоугольные. И он очень при населении 1 370 000, почти 1 400 000, он очень компактный, очень маленький. Это место называется Метеогорка. Ну, слово метео, от метеоцентр, это метеорологи тут находятся, вот в этом здании. Это телевизионная наша башня. Так, ну что, двигаем дальше. Сейчас мы с вами идем во дворы. Здесь дворником работал легендарный абсолютно человек нашего города, некто старик Букашкин. Этот человек вообще, наверное, первый делал такую субкультуру этого города. И они расписывали с ребятами фасады зданий. С 84-го по 94-й, наверное, год, вот лет 10 он этим занимался. А мы сейчас его увидим, там есть его автопортрет на стене, мы увидим. Вот это сам старик Букашкин, он примерно так и выглядел. Мне больше нравится закончить экскурсию все-таки о Екатеринбурге рок-н-ролльном, именно здесь, на этом месте. ДК Свердлова, собственно говоря, здесь, в этом ДК, официально сформировался уже весь этот Свердловский рок-клуб, и здесь официально его часть проходила. Переходили в дом напротив. И что же здесь было? В этом доме жил Борис Николаевич Ельцин. Как вы видите, он здесь жил до 1977 года. А потом здесь жила его дочка. Вот, собственно говоря, будьте в Екатеринбурге, рекомендую посетить место. Тут вам и альма-матер Свердловского рок-клуба, и здесь вам родина первого российского президента. Все, что хотите. Историческое место. Да. Мы сейчас находимся здесь, между Европой и Азией. Похоже, с Европой нам действительно придется попрощаться. Для того, чтобы встретиться с Азией, билеты у нас уже на руках. Нас ждет Тюмень.